Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Спецназ против зомби». Так, что у нас тут? Ага, ящик. Так, монетки, два пистолета, пояс, бейсбольная бита, щит, отряд огневой поддержки и СВ-98. Как-то так. Ну, давай, следующий будет у нас, например, вот этот. Хотя я его могу сразу открыть. Час ждать. Ладно, подождем. Ну что, ребят, мы с вами остановились где? На 9-й миссии, да? На 9-й. Тут мы с тобой прошли на 3 звезды. Я даже удивлен немножко, почему-то здесь у нас не получилось. И 9-я миссия. Кто у нас тут? Ё-моё. Ё-моё, тут по-другому не скажешь. Ну что, попробуем? А как будто у нас, скажи, есть выбор, да? Как будто у нас есть выбор. Поехали. Давай. Типа, ready? Are you ready for you? Тихо-тихо. А чё, я тут без снайпера? Да, я тут без снайпера. Это друзья мои играют, так что... Ишь, ползут охламоны. Так, подожди, ко мне нужно... Мне нужно зарабатывать финансики. Ты сам понимаешь, да? Что я тут без финансов смогу сделать? Да ничего. Так. Если, к примеру, еще вот здесь вот сделаю. Эй-эй-эй-эй-эй! В плане, подожди, ты куда это? Разогнался непонятно куда. Дайте мне монетки срочно. Поставим сюда. И здесь замедляшку. Пока нет этих чокнутых. Все вроде бы... Вон, 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 бежит. Если я, к примеру, так вот сделаю. А ну-ка. Так, если вы ящик какой-то получили. Ох, сейчас начнется, да? Вот, уже, ребята, тут псих этот. Псих-недоучка пришел. Быстрее, быстрее, мины. Все, что только можем и не можем. Ёлки-палки. Неужели прорвутся, а? Ты смотри, этот же у нас объезжает. Фига, мы тут с собой нахапали. Так, щит, меняем щит. Срочно меняем щит. Этих побить. Но ведь такого не должно быть. Кого-то у меня там подбили. Я так и не понял, кого, если честно. Слышал только, что он там заорал, бедолага. Так, сбрасываем сюда. Меняем. Так, здесь давай попробуем вот так сделать. Вот куда вот он, а? Ох, тут отравление. Давай так вот попробуем. Сработало? Собираем монеты. Нельзя упускать здесь ни цента, так скажем. Слушай, может быть у нас... Так, давай-ка вот так сделаем, наверное, с тобой. И вот сюда. Много противников. Очень много. Вот что мне надо. Влупляем. Ты посмотри-ка. Нахапал-то я тут себе. Да неужели прошли? Подожди, подожди, сейчас вот этого добьем. Ну? Серьезно? Давай вот так вот. Все. Слушай, нифига я тут накопил денег. 7 тысяч с лишним. Да, все-таки мы с тобой где-то одного потеряли. Поэтому не на 3 звездочки, как ты видишь, а на 2. Но я тебе скажу следующее. Все-таки вот эта вот штука, ребята, вот эта вот, обалденно меня радует. Могу я ее улучшить? Могу, и я думаю, что стоит ее, ребята, улучшать. Сколько там по ускорению, если 7 звездочек, о, ну да, 7 звездочек надо потратить. А я потрачу. Она действительно хороша, поэтому она заслуживает, чтобы ее улучшить. 5200 надо следующие, ну, монеты, чтобы улучшить дальше. А вот это сколько? Тыщенка. Давай тоже, наверное, сделаем прокачку. Так, 204. Ну, конечно, урон вообще, ребята, ни о чем. 204. А наша мина сколько требует? 5200. Ну, тут, конечно, нам намного больше. Посерьезнее такой урон. Ну что, давай попробуем следующую миссию.
пройти. Почему бы и нет? Пока три дорожки, все, ребята, под контролем. Как ты понимаешь, я буду на одних минах, да? И на прочем выживать. Поставим сюда. Так, первый, как говорится, пошел. Ну и куда ты бежишь? Вот куда ты бежишь? Чучундра. Эй, погоди, а ты-то как прошел? Блин, что-то не то. Наверное, нам надо сделать вот так вот. Наверное, нам нужно... Ой, подожди. Сейчас пробьет. Да денег не хватает. Фу, я вроде бы успел. Вроде бы как успел. Давай вот так вот здесь вот. Прекрасно. Пока все прекрасно. А, здесь менять надо. Эй-эй-эй-эй-эй, ты посмотри, сколько их. Просто полюбуйся. А этот откуда здесь взял? Эй-эй, как они... А как они прошли-то там, я не понял. Ребят, вот эти вот откуда... Что-то, подожди, я не врубился. А как они... покинуть уровень, да, покинуть. Как вот эти вот зомби там появились? Вот эти, что ли, их отстряхнули или что? Я не врубился, но переигрывать надо обязательно. Зомби оказались вот здесь вот. Так, может быть, нам действительно лучше вот здесь вот с тобой защиту эту ставить, а не в самом начале. Давай попробуем здесь. Так, тут замедляху надо обязательно делать. Ой, совсем забыл. Так, давай щит, наверное, сюда поставим. И вот так вот. Так, куда он там бежит? Это чучундра. Вот он, ребята, этот... Ханорик. Вредитель. Тут, кстати, есть и обычные зомби. Самые первоначальные, помнишь? Так, щит, наверное, вот сюда мы с тобой поставим. Блин, у нас уже с тобой, кстати... Блин, мне нужен луч. Луч мне нужен. Блин, а он дорого стоит. Поехали. Кого-то там подбили у нас. Так, они хотят пробить. Мало того, что не хотят пробить, они, по-моему, и смогут пробить. По-моему, я, ребят, не справляюсь. Ну-ка. Что тут происходит? Кто-нибудь понимает? Я что-то не совсем хорошо понимаю, но... Так, луч. Давай вот так вот сделаем с тобой. Потом выставим сюда. Да кому ж там опять-то подбили? Я понял, кого там подбили. Не хватает огневой мощи, ребят. Ну-ка, давай сюда поставим. Так, здесь замедляху. Сюда, наверное, вот так ракеты запульнем. Щит. Вот так вот. Обалденно, я тут отбиваюсь. Слушай, ну тут, наверное, на одну звезду. Но мы прошли с тобой этот уровень. Да, на одну звезду, потому что слишком много ребят было смертей, я прям слышал, как они там, мои эти бойцы, визжали. И новый зомби. Носит броню, получает малый урон от пули, слаб в ближнем бою, имеет уязвимость к огню. Уязвимость к огню. Так, получает малый урон от пуль. Но мы, в принципе, пулями с тобой как бы здесь и не пользуемся, если честно. Верно? Верно.
Так, ну что, ребята, выползаем. Блин, может быть, нам вот это вот заменить? А на что? Как бы и не на что, да, если так прикинуть. Ладно, давай посмотрим, насколько сильный этот, друзья мои, зомби с щитом. О, 4 дорожки. Я на 3-то дорожках еле успевал все это контролировать, а тут на тебе. Получи и распишись, как говорится, старт. Ну, старт так старт. Начнем потихонечку. Начнем потихонечку, да? Так, Гаврюша там бежит. И наверху еще один Гаврюша, да? Упс. Этого было недостаточно. Так, щит. Давай, выходи сюда. Ага. Вот он, ребята, этот шокер. Получил свое. Вот заодно мы сейчас, кстати, посмотрим. Так, мы с него как бы сбиваем, да, получается, броню. Все. Так, иди ты. А не все так просто, ребята, оказывается. Если честно, думал, что он намного будет лучше и быстрее, но я, походу, дела ошибался. Давай вот так вот сделаем с тобой. Сюда надо мину срочно влеплять. Сюда щит. Еще замедляху. Отдайте мне все эти копейки мои. Вот так вот поставим. Чтоб, ну, по деньгам, в принципе, все нормально. Поехали. Кому-то там урона дофига нанесли. Все равно еще один погиб у меня. Защитничек. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Что-то у вас тут уж слишком. Да ну, блин. Посмотри, какой там трэш. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Фух. Так, вот здесь у нас мало стабильной защиты. И вот здесь. Почему вы все время не туда летите, куда я вас отправляю? Скажи ко мне на милость. Совсем не туда летят. Вон эти уже припадочные тут, как тут. Надо сюда поставить. Ну-ка. Да сколько же тут вас будет-то, а? Они как неугомонные, ты посмотри. Их чересчур здесь много. Давай сюда поставим, наверное. Ох, ё-парасоте. Давай сюда. И вот сюда. Тебе сейчас... Вот так вот. Остается вот здесь, да, кучка зомбарей. Мина. Есть. Да, есть, но не всех подбили. Ну-ка. Все, по-моему. Тут, наверное, опять одна звезда. Слишком много, ребята, было смертей. Ну, проходим, главное. Кое-как. А что? Нет свободных его открывать. Ну. Так, окей. Ниндзя. Все, ребят. Что еще? Блин, опять эти бегуньи тут у нас. Опять эти бегуньи. Ну что, погнали. Бегуньи так бегуньи. А что сделаешь, ребят? 4 дорожки. Бегуньи, щитовики. В общем, вся эта пакость будет на меня сейчас бежать. Идет, идет Ханорик. Да чтоб тебя.
И бегу. Вот так вот сделаем. Спасибо за монетки. Так, она, по-моему, у нас... Я не помню, она, по-моему, перепрыгивает. Щит, выходи. Так, тут замедляху врубим. Сюда, наверное, поставим мину. Мина, ребята, не справляется. То есть они успевают выжить, как я погляжу. Оу, ты понял, что сделала? Наверное, ты не успел увидеть. Там, короче, зомбариха вот эта вот. Она перепрыгнула через моего солдата и ускакала. Короче, за вот эти вот, за преграды. То есть об этом тоже не стоит забывать. Били-били, и она взяла и тюх, перемотнула. Ладно, сделаем тогда немножко по-другому. Не хватает вот этой мины, чтобы уничтожить сразу зомби, я вот смотрю. Как-то немножко даже... Это странно получается. Ну-ка, поджарим. Но зато она ватная, я погляжу, она ватная. То есть ее очень быстро можно уничтожить. Вот так вот сделаем. А вот этот вот сильный чувак. Так, смотри, бежит. Поэтому надо вот так, наверное, нам сделать. Так, поставим с тобой поле сюда, электрическое. Чтобы оно их замедляло. А, ё-моё, ну конечно же, вот этот крикун появился. Эй! Так они сейчас пробьют, ребята, они пробьют мне врата и все. Твою налево, и что делать? Покинуть, да, покинуть? Как мне быть? Да не надо мне ничего. Как мне с этими воевать? С крикунами. Это вот все из-за них. Ладно, давай еще разок попробуем. Короче, они кричат, зомби с потолка падают. И как раз вот здесь, где наши ворота. Точнее, где у нас выход. Неужели вот здесь вот нам ставить с тобой оборону? Ну это как-то вот, ну, чересчур, мне кажется, да? Их надо как-то палить. Причем палить заранее. Давай так, так. Ну-ка. Плане. Ты подожди, ты куда собралась? Трынься и перепрыгнула. Твою на... Почему она выжила? Объясни мне. Не могу, ребят. Не хватает у меня ни скорости, ничего. Ты попрыгу не стрекоза, она достала. Да хорош тут уже выбегать. Блин, неужели я этот уровень не смогу пройти, а? Без прокачки соответствующей, а? Такое тоже может быть. Хорошо, ладно, давай подумаем. Вот она, да, бежит. Не хватает. Так, тут замедляху и смысл... Вот он. Ай-яй-яй, вот он этот крикун-то. Блин, что я тут хочу сделать? Так, наверное, залупим. Так, теперь вот таким вот макаром. Опять этот истерик тут. Тут главное, знаешь что? Ну, как я вот думаю, контролировать вот этих вот ребят, которые орут. Именно вот этих профессоров. С остальными мы еще как-то, ну, можем с тобой справиться. Пускай, конечно, не так все легко и просто. Вон он, видишь, где? Орет. Стоит издалека и кряхтит.
ничего не понимаю, что тут происходит. Мы... Вот там-то что у нас творится, не вижу. Там куча всего. И они сейчас пройдут. Они просто там сметают все налево и направо. Вот что я тебе хочу сказать. Ох ты, сколько мы тут назарабатывали монет. Прошел зомби, прошел. Ай, ребята, прошел зомби. Ай-яй-яй-яй-яй. Конечно, это трешово. Это, ребята, просто трешово. Ладно, я, знаешь, что, наверное, предлагаю? Я предлагаю закончить эту серию. Встретиться уже в следующей. И я надеюсь, я успею прокачать. А вот что? Мину. Вот это, конечно, надо прокачать. Ну, сколько стоит? 5200. Для этого мне придется неделю открывать вот эти вот сундуки бесплатные, чтобы по крупинке, по копейке. Хотя мы можем с тобой вот здесь начать проходить тоже. Зачем? Ну, для того, чтобы зарабатывать также деньги. Давай посмотрим, вот здесь мы можем, например, справиться или нет. Одна дорожка всего лишь. Блин, одна дорожка. Ну, посмотрим. Тут у нас, по-моему, проблема в чем? В деньгах. Верно? Да, по-моему, тут с финансами у нас. Да им по барабану, ты понял? Все, что мы тут с тобой делаем, им пофигу. Ну. Давай, заряжай. Тычк-тычк, такие шлепки. Мне нужно совсем немножко монет, но мне... Ага. Вау, хорошо их тут сейчас прогрело. До самих костей прям. Куда вы там бежите, а? Разогнались они там мне. Так, щитовика не надо пока менять? По-моему, не надо. Я просто жду, когда будет откат. Ну... Естественно, естественно, бомбанули. Так, погоди. То есть ты хочешь сказать, что сейчас еще побежит волна, что ли? Да ну, быть такой... Блин, может. Такое может быть. Вон она бежит. Волна зомбятины. Так. И мне кажется, можно было бы здесь, конечно, пройти. Давай. Они все сминают на своем пути, да? Да что тут? Два последних зомбаря, да, тут у нас? С горем пополам прошел. Это как это так, ребят? Я вообще ни одной звезды не получил. Ой. Я в шоке. Ни одной звезды, ребят, не получил. То есть уровень выживаемости вообще на нуле. Ладно, друзья мои, будем, короче, как-то вот так вот потом фармить и таким макаром прокачивать наши суперудары и проходить дальше. Тут, тем более, сам ты видишь, в больнице осталось у нас всего ничего. Раз, два, три, четыре, четыре миссии. Ну и здесь уже тупик. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.